Всем привет-привет, вы на канале Вот ГСН, канале, на котором каждый день вы найдете свежие обзоры на все, что появляется в нашей игре. Если хотите ничего не пропускать и быть в курсе всех игровых событий, подписывайтесь на оба моих канала. Ссылочку на второй канал найдете в описании. Ну а в этом видео, ребят, промахнулся, обсудим с вами и покрутим, наверное, одну из самых выгодных рулеток, которые когда-либо были в нашей игре. Сейчас объясню почему. Что вы получаете при прокруте данной рулетки до конца? То есть, если вы супер коня, заберете себе на последнем прокруте. Вы забираете себе 10, легендарный внешний вид на нее, 4 контейнера мистических, 4 контейнера собери их все, атрибут ангара, иксы, да, пускай немножечко, всего лишь 4000, но все-таки свободного опыта, и за это все, ребят, вы платите 20500 золота. За десятку в составе неплохого набора это вполне нормальный ценник. Если вам повезет и вы достанете себе танк до 16 прокрута включительно, то тогда вам этот танк вместе со всякого рода ништячками из этой рулетки обойдется всего лишь в 15250. За 17 прокрутов отдадите 18525, что тоже, кстати, выгодно. Ну и, как я говорил, полная стоимость рулетки 20500, что в целом вполне приемлемо. Поэтому данная рулетка, по моему мнению, является одной из самых выгодных рулеток за все время, сколько рулетки выходили. Ну, по крайней мере, это не тогда, когда вы на десятку рулетку крутите, а стоимость рулетки более 30000 голды, и еще не факт, что из контейнеров что-то достанете. Шансы выпадения танка, понятное дело, не сильно высокие, 0,09, что говорит о том, что будь готов забрать данный танк как раз на последнем прокруте. Удивляет то, что контейнер с атрибутом ангара имеет меньше шанс выпадения, нежели легендарный внешний вижн Рекс на данную машину, который имеет шанс выпадения в 1,42. Но опять-таки, все вот эти вот шансы, это не более чем информация о том, как может быть. А как по факту выпадать будет, от вот этих вот шансов, в принципе, не зависит. Ну что, ребят, давайте немножко покрутим. Я кручу у себя на твинковом аккаунте, потому что на основном аккаунте у меня суперконь давно есть, и когда-то я его купил за 25000 голды, и абсолютно не жалею. Причем взял я его, если правильно помню, за эти 25000 не в составе набора, а просто голую машину. Поэтому легендарного внешнего вида на данную тачку у меня нет по сей день. Ну а здесь, честно говоря, если бы у меня суперконя не было, то однозначно крутил бы на основе рулетку до конца. Ну, просто потому, что суперконь действительно интересный танчик, он неплохо играется, и при этом всем ценник этой рулетки, как я уже сказал, абсолютно не кусается. Ну что, 175 голды, что нам принесут? Ну, иксы приносят. То, что, в принципе, и следовало доказать. Первые прокруты большинству из вас принесут в основном самые дешевые награды отсюда. Всякого рода серебро, свободный опыт, те же самые песочные контейнеры, которые меня уже в этой игре немножко подзадолбали. Когда уже в конце концов разработчики поднимут шансы выпадения того же самого сертификата из этих контейнеров? Но это реально издевательство. 5% вероятность выпадения сертификата, которая равна, блин, 5% шанса выпадения мистического сертификата. Только качество тех танков, которые вы получаете из сертификата, абсолютно разное. А шанс выпадения одинаковый. Ну как так может быть? Это неправильно абсолютно. Наконец-то. Два контейнера, собери их все. Дадут что-то мне или нет? О! 1000 голды собралось! Какая прелесть! У меня было 6 талисманов. Ну и 7-й талисман приносит косарь золота. Я, честно говоря, и забыл о том, что у меня здесь 6 талисманов было. Ну, слушайте, неплохо. Косарь назад вернул. Сколько я при этом потратил? Чисто ради интереса. А, тоже и потратил. Даже больше немножко. Ну да ладно, бог с ним. Вернул немножко назад, уже слава богу. Ну, давай, что за пол косаря получаю? 2000 свободного опыта за 500 голды. Дороговато. 675. Вот так вот. Два мистических контейнера. Погнали, ребят. Будет мистик или нет? Хочу мистик. Дай мистик, пожалуйста. Блин, у меня только один талисман из 15 необходимых. Ё-моё. Ладно, вернемся. Что-то я скипнул случайно. Вернемся потом к мистическому контейнеру. Может отлежится, может натянется как-то вот этой вот, знаете, мистической силой. Итого 3 контейнера открываем. Ничего. Ну дай сертификат. Вот жадина, ты посмотри, блин, не дает абсолютно. И это твинковый аккаунт. Говорят, что на твинках должно сыпать постоянно. Что-то я как-то... Хо-хо-хо!
По-моему, меня услышали. Надо почаще так. Ну что, открываем. Чё мистический сертификат приносит? Сейчас пятерка какая-то, да? Нет, восьмерка, ИСУ 130, сейчас на продаже, кстати, стоит, по-моему, за 6,5. Нормально, нормально, мне, честно говоря, понравилось. Это четко, можно сказать, я очень круто окупился, потому что за 2000 голды, там неполных, точнее не так, чуть больше, да, 2000 голды, получить себе восьмерку, ну нормально. Говорю ж, выгодная рулетка, блин. Нет, я ни в коем случае, ребят, если серьезно, не агитирую кого-то крутить рулетку. Единственное, о чем я говорил о том, что эта рулетка выгодная, потому что стоимость полная данной рулетки оправдывает те награды, которые вы получаете. И, в принципе, суперконь стоит вполне спокойно своих там, пускай 20 тысяч с легендарным внешним видом однозначно. Ну а с учетом того, что за эти 20 с половиной тысяч вам еще дается возможность пооткрывать контейнеры, из которых, как вот сейчас показала практика на мне, возможно, вам что-то выпадет, то в целом это действительно оправданная сумма в 20,5 тысяч золотых монет. Только об этом говорил. Вообще не рекомендую крутить рулетки, открывать контейнеры. Ребят, лучше голду тратьте на конкретные товары, которые будете приобретать непосредственно с самого магазина. Так будет гораздо выгоднее. Делаю последний прокрут, ребят. Дальше что-то продавать не вижу никакого смысла. Получаю себе легендарный внешний вид на данную машину. Так чисто меня подкидывает в сторону того, что давай, ГСН, продай что-нибудь и покрути меня еще. Но я не вижу смысла реально это делать, потому что дальше прокруты будут дороговатые. Мне, в принципе, на этом аккаунте сам суперконь не нужен, соответственно, я останавливаюсь. Я лучше, может быть, потом что-нибудь на аккаунте продам для того, чтобы покрутить какую-то следующую рулетку для вас и посмотреть на шансы выпадения чего-то еще. Пошел снимать следующее видео специально для вас. Вам желаю успеха, если собираетесь прокручивать данную рулетку, и жду от вас комментариев, которые с удовольствием почитаю. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.